Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Роман Григорович Світан, український військовий, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор. Романе Григоровичу, рада бачити, дякую, що долучилися. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм, традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього важливого відео. Це значить ваші вподобайки, ваші поширення, коментарі, ну і безумовно підписка на канал «Січас». Романе Григоровичу, починати будемо із новин ночі на 19 квітня. Вперше із початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України українським військовим вдалося знищити бомбардувальник Ту-22М3 та дві крилаті ракети Х-22. Це була спільна операція військової розвідки і повітряних сил. Про це повідомили у ГУР Міноборони, опублікували так само і відео ймовірного збиття літака. Представник ГУР Юсов говорить про те, що після збиття Ту-22М3 другий літак був змушений розвернутися, і потенційно це врятувало життя українців. Ну і зараз в ЗМІ висловлюються різні версії припущення, як вдалося збити літак. Є версія про те, що могли збити з комплексу С-200, який нібито був модифікований під це. Ну і в ГУР коментар був наступний, що збили тими ж засобами, якими раніше збивали А-50. Вас попрошу прокоментувати ось весь масив цієї інформації і значення збиття цього бомбардувальника. Ту-22М3 – це тяжелий дальній бомбардировщик, 100 тонн весом, машина довольно-таки серйозна, хорошо світиться, особливо на больших висотах, на практично всіх локаторах, на больших дальностях, тобто, по большому счету, це хороша цель. Вопрос в дальности полета ракеты. И вот это как раз и вызывает вопросы. Дело в том, что упал он где-то километров за 400 от линии боевого соприкосновения. Возможность, если бы вот ГУР не подтвердил, или, допустим, Генштаб ПВО не подтвердил уничтожение самолета, то можно было бы, конечно, грешить в этом смысле на технику. Бывает, потому что старые самолеты, им уже больше 30 лет, это как минимум этим машинам, и отказ техники с возгоранием довольно-таки возможен, то есть это не вызывает каких-то вопросов, возможно. Но раз подтвердили наше главное управление разведки, раз подтвердила авиация, то значит технически могли, в принципе, если дооборудовали, то есть модифицировали С-200, достать этой ракеты. Она базовая, у нас были С-200В, Веги, они были сняты в 2013 году перед вторжением россиян в 2014 году в Украину, были сняты с боевого дежурства. У нас этих ракет сотни, то есть их много, есть не только у нас, то есть мы можем их, в принципе, найти. В 2018 году мы опять поставили эти комплексы на боевое дежурство и, по большому счету, можем ими работать. Просто у них есть определенные граничные дальности у базовых ракет где-то до 300 километров. До 300 километров. То есть оперативная дальность управляемая где-то 250, техническая дальность около 300. Потому если взять версию о том, что самолет был, там, допустим, за 100 километров от места падения подбит, еще там 100 километров прошел, пролетел, не смог потушить двигатель и упал, то в принципе с натяжкой, с очень большой, конечно, натяжкой, можно говорить о том, что С-200 могла поразить, технически могла поразить этот самолет. А если модифицировано, то есть модификация могла коснуться головки самонаведения, там базовая головка полуактивная, то есть использует отраженный сигнал от радиолокатора, от самолета, наводится на отраженный сигнал, могли поставить, модернизовать, поставить головку самонаведения, то есть системой уже генерации радиосигнала, то есть с созданием определенных импульсов, могли, допустим, модифицировать и ускорители, потому что сама по себе ракета, она идет с четырьмя ускорителями, и по большому счету, если мощнее поставить пороховые ускорители, то плюсом можно было добавить еще 50-70 километров к этой ракете. То есть, в принципе, есть куда модифицировать эту ракету. Базовых у нас, базовая эта ракета есть. Она неудобна в разворачивании, то есть там надо
чуть ли не такой маленький Байконур для этой ракеты. То есть она очень тяжелая, длинная тяжелая ракета, массивная, потому ее запускать надо со стационарных практически комплексов, которые, под которые нужны специальные площадки. Но тем не менее, то есть мы этой ракетой можем работать. И, в принципе, с натяжкой, ну пусть с натяжкой, только доверяя, так сказать, главному управлению разведки, можно поставить им такой большой плюс вместе с ПВО нашей страны. Ну, естественно, минус Ту-22, М-3-1 и минус экипаж. 4 человека экипажа, 2 штурмана, 2 летчика. Скорее всего, там принудительное катапультирование. Есть информация о том, что 4-й, который должен был выходить, погиб, а это 4-й всегда командир экипажа. Выходит сначала, катапультируется, там сидят друг за другом 2 пары, 2 летчика, за ними 2 штурмана. Катапультируется сначала 2 штурмана, потом правый летчик, и после этого уже сам командир экипажа. Вот есть информация о том, что погиб 4-й командир экипажа, одного найти не могут, и 2 человек сейчас пытаются реабилитировать после катапультирования, так как любое катапультирование, а там перегрузки около 18 единиц, это серьезное сжатие, компрессионное сжатие межпозвоночных дисков, то есть серьезный удар по жизнеобеспечению человека, ну, по самому корпусу, и восстановить очень сложно. Потому можно сказать, что минус самолет, это точно, и железно минус экипаж, потому что экипаж даже может быть и важнее самого самолета. У них десятки самолетов есть, а вот экипажей мало. Восстановить или поставить на крыло экипаж – это очень много времени и очень много денег. Это довольно-таки затратный механизм. Самолет берет на борт практически железнодорожную цистерну до 60 тонн керосина. То есть ЖД-цистерну за один полет сжигает. Поэтому очень дорого подготовить екіпаж, світати його і поставити на бойову дежурку. Романе Григоровичу, от стосовно кількості таких бортів у росіян, спікер повітряних сил говорить про те, що в Росії є близько 500 Ту-22, але не всі вони робочі. В робочому стані скільки таких літаків може знаходитися? І втрата, бодай, одного борта зараз наскільки болісна для ворога нашого? Ну, однозначно у них больше 200 в рабочем режиме, то есть стоят на боевом дежурстве больше 200 этих самолетов. А вот какое количество дальше, то есть это все-таки старые самолеты, последний был выпущен 30 лет назад, в 1994 году. Потому это больше 30 лет этим самолетам уже этой модификации. А 500 это имеется в виду не Ту-22 М3, а всех Ту-22. Причем там некоторые списанные Ту-22, Ту-22, М-2 уже тоже сняты с боевого дежурства, но они тем не менее есть, не попадают в общий обзор. То есть где-то больше 200 самолетов таких есть, потому потеря одного в принципе на россиян сильно не влияет. А вот именно потеря экипажа, я еще раз повторюсь, летчиков и штурманов собрать в один экипаж, слетать, облетать, подготовить, это очень много времени и очень большие затраты. Потому здесь даже вот как раз минус экипаж – это большой плюс нашим средствам уничтожения. Цього тижня була інформація про те, що ГУР атакувало завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М. Джерела видання РБК «Україна» у спецслужбі про це розповіли. Скажіть, будь ласка, цей авіазавод, він же не лише виробляє, але і ремонтує, правильно, ці ту? Наскільки це паралізує відповідні роботи на найближчий час? Ну, треба розуміти, що безпілотниками ми ні один завод не паралізуємо. Именно военный завод. Дело в том, что любой беспилотник, ну, он может нести ну, до 100 километров, 100 килограмм взрывчатки, до сотни килограмм. Этой взрывчатки вывести завод из строя невозможно. Это ракетами, полутонной боевой частью, да, возможно. Но ракет у нас пока на такую дальность нет. То есть до Казани 1200 километров мы не достанем. И вот удары в основном были... Вернее, задача этих ударов была повредить те самолеты и те
борта, которые есть сейчас именно на самом заводе. Повредить. Сам завод вывести из строя очень сложно, я уже сказал почему. Там действительно производят и ремонтируют, потому что любой завод-производитель, он же берет на обслуживание и самолеты при выполнении ими боевых задач, то есть стоящие на боевом дежурстве, проводят определенные ремонтные работы, обслуживание, диагностику, это целый процесс. И потому, в принципе, все цеха всегда завода забиты самолетами, ну то есть там нет простаивающих, наоборот, очередь стоит, допустим, чтобы стать на доукомплектование, на постановку уже потом обратно на боевое дежурство. То есть удар просто по цехам – это уже как минимум нанесение повреждения именно тем бортам, которые на данный момент находятся на заводах. Там Ту-22М3, да, действительно, не М, Ту-22М3 – это вот новые самолеты, ну новые им уже за 30 лет, они их пытаются восстанавливать, и Ту-160. Вот Ту-160 они могут собирать, по крайней мере, пытаются собирать, модернизовывая старые и собирать новые. Романе Григоровичу, джерело BBC Україна в головному управлінні розвідки повідомило, що 11 і 17 квітня безпілотники атакували російську РЛС контейнер у Мордовії. Ми бачили публікації західних ЗМІ на цю тему, де вони назвали це можливим перетином червоних ліній. Чому таку оцінку давали західні медіа? Чим цей об'єкт такий важливий? Він єдиний, це комплекс цілий. Тобто це не радіолокаційна станція там передвижна, це цілий комплекс в бетоні, в железі, закопаний. И с серьезными бункерами, системами связи, контроля. Это загоризонтный контроль, так называемый, до 3000 километров. И именно эта станция прикрывает, ну, по крайней мере, европейскую часть и часть Сибири, прикрывала России, причем со всех сторон, практически по радиусу, прикрывала именно от баллистических, межконтинентальных, в том числе, ракет, потому что система локации, она основана на отражении волн, радиоволн от ионосферы, то есть создается такой коридор вокруг Земли от до 3000 километров, в зависимости от мощности сигнала, воспринимается обратный сигнал, они видели далеко, и это как раз система безопасности, именно антиядерной безопасности. И вот именно это как раз воспринялось некоторыми изданиями как пересечение красной линии какой-то. Да, действительно, нанесен удар по безопасности, ядерной безопасности Российской Федерации. Так это и есть, именно такой контроль. Но для нас это важно, почему? Потому что она, это РЛС видела практически от наших границ и до середины, и до центральной Европы практически. То есть вот эту Украину, Польшу, часть Германии, то есть вот ее, так сказать, ее ширина контроля. Там есть определенная зона слепая, так называемая, рядом, там несколько сотен километров. Этим, кстати, и воспользовались наши беспилотники. Почему подошли именно в этой зоне, они просто не видят. И ударили по самой антенне. То есть комплекс не поврежден. Для того, чтобы комплекс повредить, туда надо действительно несколько межконтинентальных ядерных ракет запустить, для того, чтобы подземные коммуникации повредить. Но повреждена антенна, ее восстановят, вопросов нет, но это займет определенное время. То есть восстановление однозначно будет, но на несколько недель вывели из строя, так это точно. В это время можно проводить операции, кстати, те же операции, связанные с уничтожением тех же Ту-22-х, или ударами по Джанкою, ударами по Севастополю, которыми мы воспользовались, вернее, возможностью, которой были воспользовались и выполнили поражение, боевое поражение. Романе Григоровичу, зараз, от, власне, про ситуацію на фронті поговоримо, і хочу відштовхнутися тут від слів речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», підполковника Назара Волошина, який сказав про те, що росіяни зараз знизили наступальну активність на Куп'янську-Лиманському напрямку, і це може бути пов'язано з тим, що ворог перекидає звідти свої підрозділи. Куди він може
перекидати ці підрозділи, де зараз будуть найгарячіші точки, як на найближчі ось дні ви бачите розвиток ситуації на фронті? Задача стоїть у росіян в ближайшее время видавити наші війська із-під Часів Яра, тому всі більш-менш боєспособні частини, техніку і боєприпаси будуть переброшені в район Бахмута. И дальше с попыткой выдавить фронтально или полуокружить, то есть с флангов обойти и давить на Часов Яр. Мы удержим. У нас есть механизм удержания. Очень тяжело, но тем не менее. Если подойдут обещанные боеприпасы, а там недостаток снарядов чувствуется, но если подойдут в ближайшее время, то мы удержим Часов Яр. Достаточное количество, уже реально можно об этом говорить, достаточное количество FPV-дронов там есть. Есть определенная поддержка авиации, в основном армейской авиации. То есть, в принципе, вот только единственная проблема – это недостаток боеприпасов. Но я думаю, вопрос этот будет решен, так как понимание задач, понимание процессов и понимание проблем для нас, которые вызовет, допустим, оставление Часов Яра, а проблемы возникнут серьезные, потому что россияне тогда получат возможность выйти на агломерации Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Это, в принципе, вторая линия обороны за Часов Яром. Но, тем не менее, это позволит россиянам, армейской артиллерии контролировать эти четыре города. А там сотни тысяч людей гражданских проживают. И для нас это будет действительно серьезной проблемой. Потому принимается решение как раз по удержанию Часов Яра. Вот туда россияне максимально сейчас пытаются перебросить все более-менее способные боевые части. Ви вже згадували про удар по військовому аеродрому Джанкой в тимчасово окупованому Криму. Так от видання схеми супутникові знімки опублікувало наслідки цього удару. І там можна, власне, побачити і удари по засобах протиповітряної оборони. ППО були виведені ворожі із ладу. І так само ураження складу БК ворога. Наскільки, от на вашу думку, потужним був цей удар і що він сьогодні дає нам? Этот аэродром, который использовался в нескольких ипостасях, если можно так говорить, о военной теме, сам аэродром, как аэродром, то есть там располагались несколько видов авиационной техники, вертолеты, самолеты, транспортные в том числе, использовался как площадка для перегруза и как логистический хаб, именно сам аэродром. То туда привозились и вывозились грузы железной дорогой, шоссейкой и авиационной техникой. То есть шло довольно-таки серьезное замещение и перемещение военной амуниции. Плюс аэродром использовался как место дислокации системы ПВО, которая прикрывала в том числе и сам Джанкой. Джанкой – это тоже это железнодорожный узел, через который идет 4 ветки. На Мелитополь, на Херсон, на Севастополь, на Керчь. И прикрывать его одна из задач как раз этой системы ПВО. Но она же прикрывала в том числе направление на Симферополь, на Севастополь и на Керчь. То есть практически с севера Крыма накрывала весь Крым. Плюс контролировала практически до Днепра, видели радиолокационные станции, видели воздушное пространство. Потому для нас это очень было важно. Вывести из строя именно этот радиолокационный комплекс, и он был выведен, то есть несколькими ударами ракет, больше 5 ракет зашло, выполнило боевую задачу, уничтожено, как минимум по подтвержденным уже данным, можно об этом говорить, 4 пусковые установки, 3 радиолокатора, система управления, то есть практически выведен из строя вся С-400, плюс расположенные рядом склады с ракетами или склады с техникой, которую пытались перегрузить. Есть одна из неподтвержденная, правда, информация, что там могли находиться в том числе и перебрасываться цирконы. То есть шла охота за цирконами, охота наших разведчиков, и они могли быть поражены в том числе на этом аэродроме. Сейчас еще идет неполная информация о повреждениях, потому что там есть, опять же, надо подтвердить информацию о погибших десятках двухсотых, десятках трехсотых, которыми забиты больницы Джанкоя и Симферополя. Потому был такой мощный комплексный удар с выполнением боевой задачи. Этому предшествовало как раз удары, в том числе и по радиолокаторам. И служба безопасности отработала по небу,
И по касте, каста 2.2 была уничтожена под Бердянском, небо было уничтожено в районе севернее Харькова. То есть это тоже радиолокационные комплексы, довольно-таки для россиян существенные. Ще одна цікава тема. Напередодні з'явилося повідомлення про те, що аналог китайського DJI Mavic з'явився в Україні. Що ви скажете про цю розробку? Ну, Mavic'и себе дуже добре показали китайські. Вони нас виручили в своє время. Правда, Китай нам відказав в прямих поставках, але наші спеціалісти, которые разбираются, как поставлять, если нужно поставлять технику, они эту тему решили. Но сейчас уже мы не нуждаемся в китайских товарах. То есть есть механизм, который запущен, производство. И вот аналог Mavic себя очень хорошо показал, там с модификациями, особенно с модификациями, которые нужны для выполнения боевых задач. Все-таки Mavic китайский, он больше свадебный, если говорить образно. То есть, а здесь уже выполнили модификации, которые дают возможность этим мавикам, нашим мавикам, выполнять с большой эффективностью все то, что надо, что сейчас очень важно на линии боевого соприкосновения, когда не хватает боеприпасов. Сейчас на себя как раз дроны на себя взяли максимальную нагрузку. И сейчас можно так даже сказать, не хватает больше операторов, чем самих дронов. Дронов уже больше, чем операторов в разы. Лиш дрони не повністю, правильно я розумію, зараз можуть ось цей брак артилерії, якої нам не вистачає, замінити. Ну, никогда дрон не заменит ту задачу, которую можно выполнить с помощью артиллерии. То есть никогда. Ну, часть, допустим, задачу на себя может взять, ну, где-то половину, так это точно. Сейчас две трети только не из-за того, что лучше, а из-за того, что просто не хватает боеприпасов. А так реально где-то половину на себя может задач взять именно дрон. Причем это даже дешевле, да намного дешевле работать дроном, чем даже снарядом. Снаряды сейчас дорогие, 5-5 тысяч долларов и дальше. А дроны некоторые от 500 долларов. То есть за один снаряд, за деньги заплаченные за один снаряд, можно десяток дронов использовать. Романе Григоровичу, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву ґрунтовну бесіду. Дякую, що знаходите час та можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Роман Григорович Світан був разом із нами на стрімі у ці порі. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Це значить ваші вподобайки, коментарі, поширення. Ну і безумовно підпишіться на канал «Сейчас», якщо досі цього не зробили. Цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.